ты его подвинул выше. Какой же у него доплерище. Да. Ну давай, немножко телеметрии нам выдай. Слушай, а это вот не она случайно тут? В стороне чуть пониже, что-то непонятно. Нет, что-то какое-то. Нет, сегодня он тоже не выдал нам ни капли телеметрии. Устал.
Все, уже его и не видно почти. Ушел за горизонт, ушел почти. Там 18 градусов елевации. Ну, еще видно там. Маловато. Ну, благодаря такой узкой полосе, его, конечно, удается и тут расслышать. Он даже под конец вон там окреп еще. Очевидно, расстояние компенсируется приростом мощности в экваториальных широтах. Ну, он сейчас стабильно у нас слышен. Каждый день можно принимать.